Международному проекту «Берагі дружбы» 5 гадоў. Яго сутнасць у тым, што беларускія аўтары перакладаюць на сваю мову творы расійскіх літаратараў. Тыя ж у сваю чаргу перакладаюць беларускамоўныя тэксты. На сёння да праекта далучылася і Украіна. Ад Беларусі ўдзельнічаюць аўтары з Гомеля, Мінска, гатовы далучыцца і Брэст. Сёлета ўпершыню да «Берагоў дружбы» запрасілі пачынаючых літаратараў. Творчыя пераклады яны стваралі цэлы год. У выніку выдадзены 4 абменныя кнігі. Пасля чаго беларускі бок запрасілі на фестываль нацыянальных культур у Таганрог, где и были подведены выники проекта за апошний год. Вырашено было собрать всю эту творчую молодь, якая на отлеглости 1500 километров и более працавала разом, можа, дякуючи интернету, можа, дякуючи телефонным звонкам и так далее. Вось и провести фестиваль, каб яны убачили один одного, отчули, что ж яны писали, по сутности, ти правильно яны зразумели один одного. Одночасово уже маститые литераторы, члены Союза письменников трех краин, Беларуси, России и Украины, вызначили на фестивале лепших молодых авторов. Гомель представляли 6 человек, и все яны вернулись с узнагородами, у тым ліку с дипломом первой ступени. Яго атрымаў Сергей Прывалов. Ожидал, что займу? Нет. Для меня то, что я уже попал в Таганрог, окунулся в море в октябре в Беларусь, это уже было здорово, круто. То, что первое место, ну, это хороший бонус, вот такое вот очень приятное достижение, которым горжусь, нет, но очень рад. Дякуючи российскому боку были найдены спонсорские сродки и выдадены 48 авторских книг молодых литераторов. Для многих из них эти выдания стали дебютными, и уже сегодня их можно найти во всех буйных библиотеках Гомеля. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».